Всем доброго утра, у нас 8:10, в общем, мы просыпаемся в 7 утра, и нам нужно примерно час на то, чтобы собраться, я даже успеваю помыть голову и немножко накраситься. Вот, и сейчас едем в садик и в школу. Фанечка пока может отдохнуть дома. Афонечка, поехали. Я знаю, что ты не хочешь детский сад. Поехали. А мама не хочет дома сидеть. Ну, другие купим, другие печенья. Силуана. Не знаю, поехали. Да, Силуана, мам. Поехали, поехали, мама, сегодня. Купим печенье. Не знаю. А вывесить? А помыться? Наташек, давай, хватит с Гришей переговаривать. Тебе хорошо, сынок? На улице хорошо, да? Ох, и дитё моё. У нас тут полная сушилка. И утка висит, и рыбка висит. Да, бычки. А утки это что? А это утка. Это тётя Оксана нам передала уточку. Будем кушать, да? Которые нет головы. Нету головы, да. Пошли садиться. Ну, ты собрался? Так, ты положи их в карман, пожалуйста, ладно? Нет, ты вытащи их из пакета и положи в карман. Не в пакете, а вытащи из пакетика. Конфетки купили, несколько штучек. Буквально такие вот желейные. Один. Два. Покажи, какие мы купили. Дай маме хоть одну. Можно? Золотая. Можно покушать. Можно даже золотая стрекоза какая-то. Сейчас с Гришей учим тема по-русскому у нас подлежащее и сказуемое. Я, если честно, любила вот это все. Мне нужно. Это самое легкое, потому что. Тебе понравилось? Что такое подлежащее? Подлежащее? Это часть слова, которое подчеркивается. Предложение. Ой, это часть. Это член. Да. Предложение, которое подчеркивается одной чертой и отвечает на вопросы «кто» или «что». Угу. Сказуемое – это член предложения, который отвечает на вопрос «что делает», «что делают», «что будет делать», «каков». Угу. Мне, конечно, вот этот вопрос «каков» убил, если честно. Ну, оно здесь есть, так что… Каков? А какое оно будет? Аккуратно, вот, например… Катя, аккуратно, это типа сказуемое будет. А это, а тут какого книга, года у нас книга? Да книга не такого уж и старого года. А какого? Не знаю. Где? Смотри. Не знаю. 2009. Ну, тут... Она новая. Я уже готовлю обед. Сегодня у нас будут галушки на обед. Нужно его приготовить пораньше, потому что Гришке сегодня на шахматы к 12. Вот и Антошку в 11 забирать. Должно быть уже все готово. Гришка принес мне петрушки. Так, а у меня уже почти как раз все готово. Здесь у меня галушки на курином бульоне. Ну, суп с клёцками, если так кому понятней. Галушечки готовы, они сегодня на домашних яйцах, и они получаются такие очень желтые, прям реально красивые. Такое ощущение, как будто их желтой краской покрасила. Антон Сергеевич, поехали. Антош, ты едешь? Поехали, Вику сейчас тоже довезем. Да, ну как сегодня день прошел? Ничего нового? Или что-то новое задавали? Уже читать задали? Нет! Не буду читать. Будешь? Я, короче, забрала Антоху со школы. Потом довезла сейчас домой вот одноклассников Антохиных. А Антоха захотел пойти пешком. Ну, захотел, я не против. Пожалуйста, перешел нормально дорогу. Сейчас пойду смотреть, где он дальше. Следить за ним. Пока...
Да нет, он один. Пока мы сейчас будем кушать с Григорием, Антоха идет пешком. Но мне скоро вести Гришу еще на шахматы. Ну, если сейчас где-то, да, увидим. Вот галушечки наши со сметанкой. Сметана для охлаждения. Пришел наш ребенок сам. Ну и как тебе? Впечатление расскажи. Круто или нет? Помоги ему снять. Все нормально. Да? Просто дошел и все, да? Да. Нашел дорогу? Не заблудился? Ну, мы с тобой в магазин Люкс-то ездили. От Люкса ты же знаешь, куда ходить? Да. Все круто, сына. А ну, что да. Ты куртку одевала под низ? Угу. На, иди. Портфель мокрый, да зажарился, да? Ну, давай, сейчас Григория отвезу и тебя покормлю, хорошо? Иди пока переодевайся. Ехали домой? Угу. Он вообще... А ты где его видел? Возле Люкса? Не-а. А где? Я уже приближался, там на завороте. А ты как шел? Вот там, где Люксу, там поворачивал? Не-а. А как? Легко. Просто мимо. Да? Я смотрела по сторонам. Тоже. Хорошо. Я тут лук вижу. Довольно и счастливая. Кстати, вот сейчас вот он сильно в глаза не заходит. Хотя бывает периодами очень заходит в глаза. Хотя вроде бы, ну что, он зеленый лучок. Мамуля все скручивает. Ой, он же маленький. Давай. Все 10, да? И смотрим уже, я не знаю, какой день, братаны. Это уже третья часть. Так, теперь все на футбол. Поехали. Не знаю, наверное, нету. Так, поехали, детки. Санди. Афоня с роботом. Афоня, покажи, какого тебе сейчас робота купили. В общем, по сути, как сказали, он должен повторять, но он не повторяет. Отдали за него 600 рублей. Ну, Афоне нравится. Самое главное, что Афоне нравится. Да, Афонь? Нет, я уже открыла, садись. Ну ты потом закроешь, давай садись. Так, детей отправила на футбол, слушаем новости по поводу взрыва в Керчи. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело теракт на статью убийства. Также следователи установили личность молодого человека. Принесла я с машины робота. Давай спал. Он спал в машине? Да. Чем надо сейчас посмотреть, как он работает. Робот просто. Вот так и работает. Вот так и работает? Да. Ну, он может как-то делать, но не знаю. Ну, я тоже не знаю. Чего? Надо ему почитать. Почитать? А ты умеешь читать? Нет. А чего так? Почитала, может, он так будет делать что-то. Сейчас почитаем. К нам приехала родня. Колян, помаши, привет. А теперь идем, у нас тут дискотека. Вот это такая дискотека. Да, а где зеленый, не видно что-то. А Фоня? А что-то уже не светит, да, Депс? Нет, что ты делаешь? Еще и цену на сливки поставь. А так некрасиво, родня. А что тут? Это ж не секрет. Это у нас была соленая карамель. Прямой эфир соленой карамели на у родни в Инстаграм. Вера Кривовяз. Там уже что-то тебе даже написали. Нет, они тут собрали. Сейчас будем пробовать.